Дело не в том, что я талантливее остальных. Дело в стремлении. Лэнс, да? Кучу гонок в Штатах выиграл. А тут не выходит. Доктор Феррари, я хочу стать одним из ваших ребят. Тренироваться по той же программе. Скажите, что делать, я все сделаю. Это наука. Мы больше не привязаны к земле. Ведь мы научились летать. Режиссер Стивен Фрирс. Я сегодня взял интервью у Армстронга. Я просто люблю велоспорт. Уверенный в себе тип. Излечился от рака и стал сраным суперменом. Что, сам по себе? Почему тебя это так волнует? А тебя почему не волнует? Ваша задача — защищать Лэнса. Налетай, бар открыт. Когда покажется, что вот-вот рухнете, скажите себе: я лечу, я лечу. Лэнс Армстронг, красивый молодой пример для миллионов, просто не может быть жуликом. Это явно допинг, но этого никто не видит. Бен Фостер неподражаем. Лэнс. Давай, выжимай ее. Увлекает и шокирует. Вы когда-нибудь навещали Феррари? Отвечайте «да» или «нет». Столь вопиющие обвинения должны поддерживаться доказательствами. Результаты ни разу не показали допинговых веществ. Великолепная игра Бена Фостера. Я сдаю больше анализов, чем любой другой спортсмен. Результаты ни разу не показали допинговых веществ. Когда-то я верил в этот вид спорта, и Армстронг его убивает. Отлично. Пусть кто-нибудь попробует меня обойти. Я знаю, что он жульничал. Когда его поймают, я вернусь. За величайшим обманом. Сколько раз можно повторять? Результаты ни разу не показали допинговых веществ. Который потряс мир. И продал велосипеды ради наркоты. Ты, я, мы все в программе. Я на это не подписывался. Стоит поиск истины. Ты понимаешь, что нас ждет? Подай в суд на Уолша. Бен Фостер. У меня хватит денег и влияния, чтобы тебя уничтожить. Крис О'Дау. Никакой цензуры. Это слишком важно. Я хочу признаться. Я Лэнс Армстронг. И я просто так не сдам. Допинг. Смотрите на цифровых сервисах с 18 февраля.